Ну, вот как бы вот как-то так получается, что, блядь, я, честно говоря, нахожусь в состоянии ахуя. И есть у меня ощущение, что ахуя этот будет перманентным. Потому Бля. что. Не, ну у Стаса есть хорошая черта, у него быстро бомбит даже жопу, просто разрывается на куски, и он просто начинает пиарить всех вокруг, кого только можно, если они его как-то задевают. Я не знаю, как бы задеть Стаса, я как просто, чтобы он меня пропиарил. Стас, ты долбоеб. Ты дегенерат, ты умственно отсталый кретин, Стас. Мудак, ты дебил, Стас. Ты дебил. Пропиарь меня, пожалуйста. Давай встретимся с тобой, я не знаю, поговорим о том, какой ты дегенерат, Стас. Ну давай. Сколько можно пиарить маргинала там? Есть же сармат. Ай, они, они все, они и так уже хорошо прокачаны. Стасик, давай, 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 давай. Вызываю тебя на словесную дуэль, на батл. Стас, давай. Я ебал в рот Ленина. Сталина тоже. Обоих сразу, одновременно. У меня был двойной половой акт, короче, со Сталиным и Лениным. Я такой стою, и вот Сталин и Ленин такие, ух, ух, одновременно. Между щечками их, Сталин, давай. Серьезно, серьезно, я вот так делал. А потом, когда Сталин это что-то плохое мне говорил, там, эй, Слещадов, эй, да ты чё вообще? Я ему по лбу так болтом, бам, и он молчит. Серьезно, 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 Стас, давай. Давай, знаешь, кто самый большой мудак в России? Знаешь кто? Знаешь кто, Стас? Гоблин. Я не знаю. Стас, давай. Ну сколько можно? Я уже столько гадостей про тебя наговорил за все это время. До сих пор никакого пиара в мой адрес, Стас. Ты ёбнутый, что ли? Ну, Стас, давай. 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 Давай сюда иди уже, Стас. Сколько можно?